Друзья, привет! Месяц назад у меня вышло видео о катарантусах, а точнее о том, как я размножаю их без посева и черенкования. Обязательно посмотрите это видео, возможно, вы для себя возьмете на вооружение этот метод размножения катарантусов. Я говорила, что пользуюсь им уже далеко не первый год. Удобный, экономичный метод в плане времени и ухода. Не надо семена покупать, готовить к посеву, замачивать, накрывать и создавать тепличные условия. В том видео я обещала показать результат. Итак, смотрим. Прошел месяц. Вот такие всходы, дружные, здоровые, и даже уже появляются настоящие листики. В течение этого месяца уход был простой. Полив и уборка с поверхности грунта опавших отцветших цветов. Теперь можно контейнер убрать и поставить в другое солнечное место или оставить здесь, если всходам ничего не мешает. Если вам мало этой рассады или вы пропустили предыдущее видео и хотите повторить такой метод размножения катарантуса, можете еще поставить такой же контейнер с субстратом и ждать всходов. Погода в нашем теплом климате еще позволяет это сделать. Пока погода теплая и солнечная, контейнер будет находиться на улице. А если ночи станут прохладными и некомфортными для рассады, можно на ночь контейнер убирать в помещение, а на день снова выносить на солнце. Можно поставить в теплицу, а можно сразу занести контейнер в дом на светлое окно уже на зимовку. Ухаживать дома на подоконнике, как за комнатными нецветущими растениями зимой. Не подкармливать, а только по необходимости поливать чистой отстойной водой. Можно иногда поливать слабым раствором марганца или фитоспорина. Зимой воздух в помещении сухой, поэтому иногда можно опрыскивать растения. Катарантусы это очень любят. Следите за нашествием вредителей. При необходимости обрабатывайте и используйте желательно биопрепараты. Если необходимо сделать видео о зимнем содержании цветущих катарантусов и рассады, напишите в комментариях, я буду знать, что вам это интересно, и обязательно подготовлю видео на эту тему. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что сентябрь – период вкусных заготовок на зиму. И если вы еще не заготовили сухофрукты из инжира, обязательно это сделайте. Это невероятно вкусно. Пройдите по ссылочке вверху и посмотрите рецепт. Вкусных вам заготовок на зиму. А у меня на сегодня все. Если видео вам было полезным, ставьте лайки, поддерживайте мой канал. Я буду вам очень благодарна. Подписывайтесь. Жду ваших комментариев, стараюсь по возможности ответить на все ваши вопросы. Благодарю, что вы со мной. До новых встреч. До свидания.